Добрый день! Вы на канале о простой и полезной пище Натальи Горбачевой. Сегодня я буду готовить легкий летний салатик, очень простой, из свежих огурцов и редиса. Мне понадобится одинаковое количество огурцов и редиса, по 200 грамм того и другого. Овощи я хорошо помыла, обрезала их по краям, удалила хвостики. Огурцы я разрежу на мелкие кубики. Сначала пополам, затем на полоски. И поперек вот так мелко разрежу. Редис можно разрезать кольцами, тонкими, вот такими колечками. Если редис крупный, то его можно так же, как огурец, сначала разрезать пополам, а затем вот так полукольцами. Разрезанные овощи я переложила в салатник, и теперь их остается только заправить. Заправить можно растительным маслом, сметаной, а можно сделать домашний майонез. Рецепты обычного и постного майонеза есть на канале. Внизу в описании я дам на оба рецепта ссылки. Я сделаю сегодня легкий вегетарианский салатик и заправлю его растительным маслом. Но сначала немного посолю. Добавлю щепотку соли. Масло у меня будет оливковое. Можно добавить половину или столовую ложку. По вкусу. Для этого салата также подойдет разная зелень, любая. Это могут быть листовые салаты, листовая капуста, листовая горчица, то есть любая листовая зелень. Руккола – это тоже разновидность листового салата. Можно добавить зеленый лучок, укроп, петрушку, сельдерей, любую зелень, которая вам нравится, и ту, которая есть в наличии. А я, например, использую еще и дикие травы. Сегодня у меня будет сныть. Я добавлю немного измельченной травы. На моем канале есть рецепты салатов со снытью, где она является основным ингредиентом, но в сегодняшнем моем салате она будет в качестве дополнения. А еще в этот салат можно добавить вареные яйца, но это уже будет более сытный и калорийный вариант. Я перемешаю все ингредиенты. Салатик готов. Его можно сразу подавать к столу. Приятного вам аппетита, простых и полезных рецептов. Если вам понравилось это видео, поделитесь им с друзьями, приходите на мой канал, подписывайтесь, а текстовые версии рецептов читайте на сайте edimkashu.ru.